Всем добрый день. Давайте быстро пробежимся по новому ICO. С самого начала видим, что команда этого ICO не пожалела времени и сил, чтобы сделать понятный для пользователя сайт. И в тот же момент с неплохим оригинальным дизайном. И это очень правильный подход, ведь именно с сайта начинается знакомство с проектом. И даже каким бы ни было хорошим ICO, если у него дизайн ничем не отличается от сотни других проектов, потенциальные инвесторы могут пройти стороной такое ICO. Здесь все на уровне. Поэтому давайте посмотрим, что для нас приготовила команда разработчиков. Сразу видим главную страницу с короткой информацией о ICO. На сайте также присутствуют формы для обратной связи, в которых вы можете оставить свою почту, и команда будет присылать вам все свежие новости. Также есть ссылки на социальные сети, в которых есть данный проект. В принципе, он есть почти во всех популярных социальных сетях, поэтому отслеживать новости очень удобно. Я лично отслеживаю информацию о проекте через Twitter. Там команда регулярно скидывает новости, свежие анонсы и фото. Не забудьте посетить и подписаться на страничку этого ICO. Также не пропустите информацию о бонусах, которые можно получить на разных этапах продажи токенов. Потому что даже небольшой бонус при росте цены токена может принести неплохую прибыль. В блоке информации о токене можно изучить все про название, количество выпущенных монет, сколько будет выставлено на продажу, и получить информацию, когда закончится ICO. И, конечно, стоит обратить внимание на информацию, как будут распределены собранные средства. Где я и узнал, что львиная доля собранных средств пойдет на дальнейшее совершенствование проекта и рекламную кампанию для привлечения новых пользователей. Ведь без новых пользователей площадка просто остановится в развитии и медленно будет идти на дно. А с новыми пользователями и инвесторами всегда приходит развитие и повышение популярности проекта. Конечно, любое развитие и приток новых пользователей невозможно без сильной команды, которая работает над проектом. Поэтому мы просто не можем обойти их стороной. Именно от команды и их лидеров зависит, как будет развиваться проект и как скоро он со стадии сбора средств станет топовой площадкой среди конкурентов. И самое главное, что команда проект работает слаженно и профессионально, и готовы пройти любые трудности на пути становления великим проектом. Поэтому не забывайте подписываться на социальные сети компании и будьте в курсе всех новостей. До встречи в новых обзорах. Пока.